Здорово, парни. Сегодня я, как часто, на озере Куори. И сегодня передо мной стоит непростая задача, на самом деле. Как видите, у меня совсем мало денег. Но мне необходимо в скором времени купить фидер или карповик. Вот. Чтобы потягаться, ну вот такой хороший, чтобы потягаться с самурами хочу. Вот. А у меня все ерундовые, там амур все рвет, короче, если что. Поэтому я решил пофармить. Как пофармить? Я сначала думал половить какую-нибудь рыбку попроще, типа густерину. Наверное, я к этому вернусь. Но поскольку в кафе я нашел квест на 10-килограммовую озерку, то я решил, что 200 монет потенциально и поимка трофея того стоят. Тем более на 10 килограмм озерка это реально. Это не что-то, что там я выдумываю. Да, я такую большую не ловил. У меня самая большая была на 8800. Но почему я не могу поймать и на 10 килограмм? Ну, а если я даже ее не поймаю, я хотя бы поформлю. Правильно? Правильно. Заодно видос запишу. Будет либо просто рыбалка на озере Куори, либо трофей на озере Куори. Я вот такую вот лесочку беру. Здесь на 13,8 килограмм. Флюрокарбон, толщина 0,49. Беру снетчер 7. На него хорошо заходит озерка. Уже проверено. И беру снетчер 6. На него тоже заходит озерка. Тут поводок флюрокарбоновый на 12 килограмм. Это все в принципе подходит. И сиванку ловить, если там попадется радужную форель. Да, голец это может порвать, а может я его замучаю, а может еще что, не знаю. В общем, отправляюсь на лодке искать озерную форель, а самые лучшие поклевки вы, конечно же, увидите в этом выпуске. Самых лучших рыб я вам покажу. Поймаю я троф, не поймаю, неважно. Все равно видос выпущу, все равно покажу, как я половил на снетчер. А что, прикольно. Будет посмотреть, я думаю, может что-то интересное найдем. Парни, что-то клюет, давайте посмотрим. Ну, какая-то рыба не выдающаяся, но все равно я все-таки включил запись. Потому что может быть какая угодно рыбинка. Килограмма на 2-3, что-то такое, не знаю. Учитывая, что тренажка у меня стоит по леске. Может даже 3-4 килограмма, не знаю. Пока сложно судить, но я уже вижу, что это озерочка. Иди сюда. А, так 4700. Неплохо. Для начала, для первой рыбины в садке вполне себе. Парни, что-то клюет у нас. Давайте посмотрим, что за зверь попался прямо на удочку к нам. Но я рассчитываю, учитывая леску, катушку, килограмма на 3-4 рыбину. Конечно, это не троф, но это хоть будет какая-то зачетная рыбинка, за которую я получу какие-то денежки. Но кто там, кто там, кто там? Ох, да это довольно крупная радужная форель на 3 килограмма. Приятно, ребята. Смотрите, какие у нее зубки. Прям как когтики у кота. Ха-ха, классная. Я доволен, доволен. Это прям огонь рыбина. Так, парни, посмотрим, что в этот раз попалось. Ну, что-то не сильно большое. Даже не знаю, что сказать. Ну, надеюсь, что может хариус какой-нибудь прям залетел. Потому что для озерки это мало. Как всегда. А, нет. Нет-нет-нет, сюда. Ух, сиванская форель попалась. Да, небольшая. Но маленький шаг для человечества и большой для меня, для моего кошелька. Итак, пора проверить спиннинг. На него что-то село. Ну, вроде бы что-то небольшое, но я все равно хочу посмотреть, убедиться. Потому что за 5 секунд тоже не вытащил. Так. Радужная заходит, маленькая. Да, как говорится, удаленькая, приятная рыбина. Вот радужный всегда рад. Потому что она стоит хорошо. Ну и вообще красивенькая, да?
розовая. Ребятки, смотрим дальше. Он как качает рыбина. Как будто тектоник танцует под водой. Но это предположение вообще стрёмное на самом деле. Я думаю, она просто хочет сожрать мой снетчер. А это мы не можем ей позволить. Но клюет как щука, мне кажется. Но на самом деле это может быть кто угодно. Смотрим. Внимательно. Ох, какая щука. Это не щука, это сиванка на 4 кило. Ну, ребята, если это неприятно, то что тогда приятно, правильно? Класс, 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 ребята. Ребятки, что-то вроде неплохое дернуло. Ну, как неплохое? Ну, средняк. Я рассчитывал на большее на самом деле. Это зависит от породы рыбы еще. Может, что-то такое попадется, что мне понравится. Ух, сиванка на 1,4. Как хорошо сегодня заходит сиванка. Ребята, это просто огонь. Да, кстати, сменил снетчеры. Но когда буду рыбку продавать, я вам покажу, на какие. Потому что на первые два снетчера не клевало от слова совсем. Я, считайте, целый день первый проездил зря. А на второй день уже начал каких-то рыб собирать. Ну вот... С форелью озерной пока реально косяк. Пока попадается только радужка, сиванка и всякое такое. Ну, смотрим дальше. Ребятки, смотрим дальше. Что нам попадется на сей раз? Клев, конечно, сегодня гораздо лучше, чем вчера. Даже не знаю, с чем это связано. Вроде бы и погода примерно одна. Ну, дьявольский окунь 666, прикольно. Только ради этого вставлю этого окуня в нарезку. Ну что же, ребята, моя сегодняшняя рыбалка подошла к концу. Вот, и я хочу показать вам, что поймал. Я рыбачил 2 суток, но в первые сутки мне вообще ничего не попалось. Была какая-то мутная погода, знаете, такая пасмурная. В пасмурную погоду там, эти, может, перепады давления какие-нибудь влияют на рыбу, и она, ну, отказалась клевать почти. Там пару штук попалось, и все. Но зато на вторые сутки я, во-первых, сменил снетчеры. Ну, один снетчер сменил, второй оставил. И как-то пошло-поехало все. В общем, что мне удалось поймать? Дежурные окуни. Ну, все незачеты я отпускал, поэтому рыб так мало. Ну, я только зачетных брал. Окуни, окуни, окуни. Это не так уж и интересно. Вот озерная форель меня прямо удивила. Она на снетчеры всегда заходила очень хорошо. А последние 2 суток ее практически не было. Не дай бог она мигрировала, ребята. Если кто-то вот ловит вокруг мистического острова на Коре, вокруг Орлиного гнезда, то подскажите, пожалуйста, не пропала ли оттуда форель? Потому что как-то 4 штуки за 2 суток это слишком мало. Может быть, она действительно куда-то ушла, мимигрировала, и там уже ловить ее нет смысла. Не знаю. Конечно, ни о каком трофее даже речи не идет. Максимальное, что я поймал, 4800. Пару мелких щучек попалось, но зато потом, что началось? Хариус небольшой, но зачетный, приятно. Сиванская форель 3 штуки, одна из них на 4 килограмма. Очень приятно. Радужная форель 2 штуки, одна из них на 3 килограмма. Безумно приятно. Я уже об озерке и думать забыл. Я вот смотрю, тут 2 рыбины, тут 3 рыбины, тут хариус. Приятно. Вообще рыбалка доставила мне удовольствие. Я давно не ловил вот столько этой редкой рыбины. Ее вечно проблема поймать. Давайте посмотрим, что по деньгам. Весь улов этот потянул на 136 монет. Ну, считайте, что я это поймал за сутки, потому что одни сутки не считаются. Я почти ничего не поймал. Вот, ну, 136 монет это немного, но это честная работа. Ну и теперь показываю, какой снетчер я поставил. На 7-й я ловил изначально, на 2-й день на него пошел клев. А тут у меня 4-й снетчер. Такие дела. Вот, всем спасибо за внимание. Я продолжу охотиться за трофейной озеркой, разумеется. Сегодня мне не повезло.
Наверняка повезет в другой раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я с вами, всем пока.